Привет, друзья! С вами, как всегда, онлайн. И в этом видосе я решил вам показать все-таки, как крякнуть либо взломать бандика. Но перед этим не забудь подписаться на мой канал и не пропусти новые видео. Погнали! Так, короче, ребят, я специально скачал себе бандикам. Вот одна из последних версий. И давайте попробуем что-нибудь с помощью бандикама записать. Так, вот. Запись пошла, давайте остановим, перейдем в папочку, откроем последний файл, который мы только что записывали, и посмотрим, что у нас есть. Вот такая вот надпись «Бандикам», которая постоянно все портит. И именно сегодня я покажу, как крякнуть бандикам, чтобы данной записи вот не было. Так, это все закроем. Короче, нам необходимо вот такой вот кряк, такая вот программка. Все очень просто. Перед тем, как запускать данную программу, мы закрываем с вами бандикам. Запускаем программу. Так. И просто нажимаем регистр бандикам. Нажимаем. Данное окно закрываем. Закрываем окно. Запускаем снова бандикам. Так. Сейчас подождем, пока загрузится. Короче, запускаем снова запись. Вот идет обратно запись. Устанавливаем, переходим в папочку. Открываем последний файл. И что же мы видим? Что данной надписи «Бандикам» уже нет. С помощью данной программы мы взломали «Бандикам». Вот ссылочку на данный кряк я оставлю в описании под видео. Если это видео было для тебя полезно, ставь палец вверх, пиши комментарий и не забудь подписаться на мой канал. Всем пока!